прошлый раз у меня не получилось. Хотел залететь по беспределу, понял? Навести шороху, но... Ты видел, чем закончилось. Сейчас буду делать по-другому. Это во-первых. Во-вторых, смотри, что я нашел. На целую минуту. На целую минуту. Подожди, смотрим. Звездный свет. Свет 20 футов на 60 секунд на себя. На целую минуту. 60 секунд есть освещение. Это очень кстати в таких темницах. Рассвет разгорается. Разгорается. Приветствуем новый день. Так я уже, кстати говоря, трепался, наверное, не обязательно, да, это все лишний раз пересматривать. Я Харроу, хранитель святилища Дагона. Следование по пути рассвета, что сокрыт в писаниях мастера нашего, Манкара Камарана, заслужило тебе место среди избранных. Удача сопутствует тебе. Будучи членом Ордена Мифического Рассвет, отдай мне все свои пожитки и надень эту робу посвященного. Но вот сейчас я уже не буду, конечно же, выпендриваться, потому что мы все видели, чем это закончилось. Отдать ему все, что у меня есть. Мне очень хочется, но придется. И одеть их робу. Ну вот их робу, вот эту вот мантию, я, в принципе, знаешь, не против потаскать. По-моему, это круто. Очень хорошо. Следуй за мной. Я отведу тебя в святилище. Так, а подожди, я уже оделся? Да, офигеть, я уже одет. Ну, неплохо, неплохо. Пойдем. Так, подожди, дай-ка на себя гляну. Ну, круто, круто. Сойдет. Я изменю на... Или нет, нет. Я оставлю пока звездный свет. Посмотрим. Сейчас все увидим, я сохранюсь на всякий случай. Он никуда не торопится, видишь? О, еще один брат. Здорово. Приветствуем новый день, брат. Приветствуем новый день. Попробую пройти тихо. Ну и, скажем так, незаметно. Поприветствуем новый день, брат. Приветствую, да-да-да, приветствую новый день, ура-ура. Рассвет разгорается. Так. Слава. Ну, это мы уже видели, правильно? Здесь я получил по жопе так нормально. Слава нашим братьям и сестрам. Рассвет разгорается. Да я понял, еще 10 раз повтори. Вот что... Слава. Я думал, он сейчас уйдет. Так, давай еще раз. Отлично, отлично. Когда вновь я ступлю на эту землю, верные из вас вознаграждены будут. Вы встанете над всеми прочими смертными. Рассвет навечно. Разгорается. А что до прочих? Слабые будут отсеяны, робкие будут уничтожены, сильные будут, трепеща, лежать у ног моих и умолять о прощении. Поприветствуем новый день, брат. Так сказал лорд Дагон. Слава! Слава! Ура, ура, ура! Ваша награда, братья и сестры! Время очищения приближается. Я ныне отправляюсь в рай. Я вернусь с лордом Дагоном в сиянии грядущего рассвета. Так я не понял, стой, стой, а мне... И что дальше? Так, подожди, смотри, как и в прошлый раз. Манкар Камаран бежал в свой рай вместе с амулетом королей. Он закрыл за собой магический портал, но в святилище лежит Мистериум Заркса. Нужно забрать книгу, это единственная надежда найти способ вернуть амулет. Слушай, странно, я не думаю, что я могу сейчас ворваться сюда и просто
накидать им в бороду, потому что здесь у него лютые охранники. Меня опять убьют, мне кажется. Все же придется, наверное, с книгой возиться. Давай попробуем. Давай посмотрим, что будет дальше. У нас есть новый брат, который желает отдать себя в услужение лорду Дагону. Иди, посвященный. Что, я? Куда идти? Ну, видели бы вы свою рожу, а? Да посмотрите на себя. Горстка клоунов. Ай, вот ты особенно. Хорошо, ладно, это, видимо... Ты находишься здесь, чтобы посвятить себя служению лорду Дагону. Этот пакт должен быть скреплен красным питьем, кровью врагов лорда Дагона. Возьми этот кинжал и предложи лорду Дагону жертвенного красного питья, как залог твоей собственной крови, которая в конце станет его. Вы что, все здесь с ума сошли, что ли? Я убью жертву? Нет, я не буду убивать для вас. Так, подожди. Я думаю, что нет смысла выпендриваться, все же придется... А, я видел, кстати, жертву. Я убью жертву, давай посмотрим. Лорд Дагон жаждет красного питья. Утоли его жажду. Да, хорошо, хорошо. И? Кого убивать? Тебя? А, подожди, так это мой. Я не буду его убивать, дурочка. Стой, подожди, блин. Так, вот так вот сделаем. Раз, сохранимся. Два, а, вот теперь я увидел, где отмечается. Так, подожди, давай глянем по миссиям. Я что-то немножко не понял. Так, активные задания. В рай вместе с самолетом королей. Он закрыл за собой магический портал. На святилище лежит Мистериум Заркса. Нужно забрать книгу. Это единственная надежда найти способ вернуть амулет. Хорошо. Я понял. Так если я сейчас его возьму... Так, подожди, давай серебряный кинжал. Нужно взять. И что сделать-то? Тебе должно убить жертву, чтобы связать себя полностью со служением лорду Дагону. Лорд Дагон жаждет крови. Я понял тебя. Стой, сохраняемся. Я не хочу его убивать. Мало того, я не буду его убивать. Если я сейчас его освобожу, его все равно убьют. Поэтому, наверное, пока нет. Но и убивать я его тоже не буду. Мистериум Заркса. Вот что делаем. Угу. Ни хрена не понятно. Вот я сейчас беру и бегу. У меня есть Мистериум Заркса. Тайная книга мифического рассвета. Теперь мне нужно выбираться отсюда и возвращаться в храм Повелителя Облаков. Ну вот что, я сейчас нажимаю продолжить. И все эти клоуны, понял, замороченные, возможно, на меня нападут. Даже музыка потому что изменилась. Ну давай попробуем. Бежим! Быстро, быстро, очень. Ух, блин, все, смотри. Да. Шляпа. Давай загружаться. Блин, ну это какая-то шляпа. Это какая-то херня. Так, подожди, подожди, что я могу сделать? У меня ведь нет ни невидимости, ни хрена у меня нет. Против них всех сражаться, это так себе. Видимо, она самая сильная здесь. Что если сам сейчас ее? А у меня же нет ни хрена. Твою мать. Подожди, а кинжал? А, подожди. Выходите сюда. Тебе не уйти. Так, взять и бежать. Да. Просто быстро и причем очень сильно. Как ты смеешь воровать у меня? Да заткнись ты. Все, уворачиваемся влево, вправо, влево, вправо. Уходим. Не помогло. Вот так делаем, подожди. Магия. Лечение легких ранений. Бежим, блин, мать твою, бежим, просто бежим. Закрыто! Да ты прикалываешься, а как? У меня же ничего нет. Ну, в рукопашку с ними возиться, это тоже не вариант. Подожди. Рассыпался их, короче, Дагон. А кто ее убил? Подожди. Вот все мои вещи. Взять все. Оп, и бежим. Быстро. Кто? Когда меня так сильно убили? Стой. Я нашел свои вещи, это очень круто. Подожди минутку. Есть все же легкий. Вы не можете что? Сменить оружие, когда вас атакуют, ты прикалываешься?
Как я не могу сменить оружие, блин, когда меня атакуют? Так, подожди, подожди. Лечение отравлений. Волшебства. Раз. Лечение. Прекрасно. Перышко, 20 секунд на себя. Что это значит? Ну, давай возьмем. Рассеивание. Ну, это, видимо, магию. На себя. Искра. Почему я не могу? Ты прикалываешься, что... Как я, блин, буду защищаться, идиот? Все. Вам, короче, хана. Я сдаюсь. А, че, реально я их могу просто всех перерубить теперь? Видимо. Заткнись ты. Не выпендривай, ничего себе она. Как Тайсон бьет. Так, кто еще, кто еще? Лечимся. Быстро лечимся. Слушай, неужели прокатит? Было бы еще очень, очень круто, если бы я того типа спас. Подожди. А вот еще остался один, урод. Давай сохранюсь. Все, отлично. Ну иди сюда. Подожди, минутка. Стоп. Я ни хрена не вижу. Все. Служитель Рис. Зачем мне Рис? Железный кинжал. Просто собираю. Да, получилось! Слушай, получилось! Ничего себе! Моему, блин, восторгу нет предела. Но правда, я не понял, кто ее убил. На самом деле, меня это и спасло. Что ее кто-то как-то случайно из своих, я так думаю, убил. Вот это вот я забираю. Малый посох нездоровья. Потому что это очень крутая штука. Итак, посох. Повреждение здоровья 10 единиц на 10 футов на цель. Конечно, забираю. Так, плетеные кожаные сандалии. Мне твои нахрен не сдались. Я могу двигаться. Все это очень круто. Я не знаю как. Я не знаю как, но... У меня получилось, блин. Том снежок. Конечно, забираю. Яблоко. Восстановление запаса сил. Давай-ка яблоко съедим. Где, блин, нахрен яблочко мое? Штекс помогло. Ну, просто очень круто. Пока все идет. Буханка хлеба. Нет. Три. Три. Нет, наверное, мне больше здесь ничего и не нужно. Пока все идет просто превосходно. Так, глянем, что на мне есть. Кольцо. Огненный щит на 7% на себя. Постоянный эффект. Я не знаю, вряд ли меня это спасло. Да, слушай, прокатило. Там еще снаружи остались несколько вот этих вот служителей. Но я с ними уже легко справлюсь. Я так до сих пор... А-а-а, все же он умер. Ну давай золото заберу у него хотя бы. Но я постарался, слушай. Я постарался, я его освободил. Блин, а эти уроды все же... Оба-на, открыта дверь. Так я изначально не туда пошел, получается, правильно? Да, вот там вот еще дверь. И, кстати, я не нашел ключа. Немного все это странно. Почему я не могу эту дверь открыть? Но как бы там ни было, все просто превосходно. Так, эти врата открываются где-то поблизости. А-а-а. Я понял. Видимо, есть какой-то рычаг, который я пропустил. Сейчас знаешь, что? Давай сравним. Что ярче, магия или факел? Сейчас попробуем. Так, и нужно найти тогда рычаг. Потому что я хочу открыть эти ворота. Мне уже очень интересно, что там. Выйти я отсюда, причем живым, это точно смогу, я в этом не сомневаюсь. Так, давай еще раз прочитаем. Эти ворота открываются где-то поблизости. Но точно должен быть рычаг где-то. Ищем, ищем. Так, а вот теперь давай сравним, что у нас там. Но факел не дает зеленого оттенка. Но пока я не могу понять, как ярче. Ну вот в комментариях отпишись, как по-твоему ярче и как на самом деле удобнее. Потому что я-то это делаю в первую очередь для того, чтобы тебе было виднее.
Я-то у себя на экране все вижу прекрасно, поэтому отпишись по возможности. Так, ищем, ищем. Сейчас найдем. На самом деле, знаешь, что круто? Что их статуя рассыпалась. Я не знаю, как по сюжетке грамотно проходить и как грамотно проходят. Но мне кажется, если бы я на него напал, вариантов у меня забрать то, что мне нужно, они были бы, наверное, приравнивались бы к нулю. То есть, единственное, что я мог сделать, это попытаться спасти жертву, но, видишь, не получилось. Можно было бы попробовать атаковать. Но, опять же, сколько бы это продлилось, и как часто это повторялось, как часто бы это повторялось, к сожалению, неизвестно. Вот этот посох, то, что я у него забрал, ты посмотри, какой он мощный. Огонь, 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 огонь! Просто с двух касаний я убиваю. А до этого меня здесь уже убили один раз. Яблоко рис мне не нужно, спасибо. Рычаг к той двери. Золотишко. Я так и не нашел, кстати говоря. Придется, видимо, выходить отсюда. Но это не страшно, потому что у меня есть этот посох. А это, блин, очень крутая штука. Я еще раз повторюсь. Он быстро убивает. Реально, два касания. Вот смотри. Сейчас продемонстрирую. Если остались еще... Местные клоуны эти, замороченные. Но они по-любому остались, да? Смотри, раз. Два. Надо даже подойти не успеет. Все, рассыпалось. Давай теперь ты иди сюда. Раз. Два. Блин, нет, он почему-то трижды выстрелил. Ну да ладно, фигня. Так, слабый яд бедствия. Понижение удара. Вот нахрена такое вообще делать? Немножко не понимаю. Так, видимо, еще кто-то есть. А, вот он бежит. Ну давай, давай, давай. Ох, ни хрена себе. Твою мать, стой, 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 стой. Все, 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 умри, умри, умри. Нет, не получилось. Я его слышу, что он там что-то говорит, но я его пока не вижу. И врагов там много. Можно их попробовать выцепить по одному. Ножницы мне не нужны. Скорее всего, так и придется делать. Просто выцеплять их по одному и убивать. И этот посох мне в этом очень поможет. Ну, серьезно, посмотри. Сейчас я еще раз продемонстрирую его силу. Вот и все. Сейчас ждем. Они сами придут. Уже идут. Но там есть сильный маг. Я не знаю, кто он и где он. Он скот он, скорее всего, да. Собака, вот ты представляешь? Сразу реально полжизни мне снял. Что у него там такое? Так, яд мне не нужен. Сильный собака-маг. Так, я сохранюсь на всякий случай. Так, что у тебя? Факел? Он призвал факел. Слушай, смотри, как он расселся. Она, точнее, это оказывается она. А это что? Блин, можно поспать, серьезно? В каменной кровати? Так себе, короче, развлечение. Спасибо, я, пожалуй, воздержусь. Так, хорошо, есть еще кто-нибудь здесь? Я иду другим путем. Вот что интересно. Но, в принципе, это все фигня. Это вообще нахрен не важно. Возможно, здесь есть рычаг. Но это придется, прикинь, возвращаться опять. Я не знаю, зачем так сделано, если это так. Ну, посмотрим. Мне главное найти выход. Я уже получил все, что мне нужно. Видишь, он даже не успевает дойти. Даже не успел дойти, поэтому... Блин, магия крутая штука. Мне всегда не нравилось играть... А у него вообще ничего нет. Магами? Не знаю почему, но это не мое. По-моему, на самом деле, играть магами это сложно. Но сейчас я так понял, что это очень круто. Блин, в смысле, куда ты пошел-то? Куда он убежал? А может, хрен с ним, а? Зачем мне... Ох, вот еще один бежит.
не успеешь даже подойти. Есть еще один, но я думаю, что нет смысла за ним бежать, правильно? Вон он бегает. Да, он быстро свинтил. Я так понимаю, что и без него у меня здесь врагов порядочно будет. Но у них только золото. За что, кстати говоря, спасибо. Хрен с ним. Пусть бежит. Я не думаю, что цель убить всех братьев, вот этих вот, стражников, точнее, мифического рассвета. Потому что мне, как таковые тела их и их смерти, ну, не нужны. Для статуса, для количества, сколько я их убил, песочные часы, круто, спасибо, но не надо. Это все фигня. Подожди. А, пряжа. Здесь нет, получается, тоже ничего, видимо. Поэтому пусть бежит. И пусть передаст оставшимся, что за ихними жалкими душонками пришел очень крутой тип. И у него есть крутая палка, которая на расстоянии их всех валит. Так, здесь тоже ничего нет, я так понимаю. Да пора все, пора уже тупо, знаешь, валить отсюда, бежать со всех ног. Основную задачу... А здесь что? Основную задачу я свою выполнил. Можно сказать, миссия пройдена. Да нет, ну здесь можно реально очень долго в этих пещерах ковыряться, да? Зачем мне все это нужно? А, вот, блин, прикинь, рычаг. Использование теней. Берем. Капюшон мне нахрен не сдался. Слабое, подожди. Слабое хождение по воде. Нет, спасибо. Да не надо, не надо, не надо. Выход, выход, выход. Я не буду взламывать. Факел и туфли. Подожди, что он открывает? Ну давай посмотрим. Все, отлично. Но он откроет сейчас здесь секретный. Выход и... И, блин, в итоге что? Так, я скоро... А, вот, все. Да, выход. Я нашел выход. Просто взял и сократил себе путь. Это радует. Это очень круто. Итак, мне удалось выбраться вместе с Министериумом. Мистериумом, точнее. Заркса. Нужно отнести книгу Мартину в храм Повелителя Облаков. Ничего себе, это что, блин? Все лето, получается, там провозился. Зашел, блин, летом, вышел зимой. Круто. Факел убираем, потому что он мне не нужен. Факел, 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 где факел? Я ставлю... А, нет, нет, пусть у меня будет посох. Это очень крутая тема. Подожди, я сохранюсь. Обязательно. Нет, ну надо же, вышел зимой. Так, нужно отнести книгу Мартину в храм Повелителя Облаков. Карта. Ну что, а где мы находимся? Где я? Ой, придется долго идти. Давай-ка телепорт. Погнали. Прекрасно, паркуемся. Лошадку оставляем здесь. Спасибо тебе, мой верный друг. Так, нужно полюбоваться, насколько здесь красиво. Все, пойдем. Посмотрели, хватит. Двери закрываются, нет? А я могу двери... Нужно было... Блин, стой, 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 зачем? Зачем? Подожди, я, кажется, знаю, что я могу сделать. Так. Нельзя оставлять лошадь здесь на улице, чтобы она мерзла. Так, 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 поворачивай. Сейчас разворачивайся, закрываем двери. Нахрен. Чтобы не было гостей. А я не могу. Могу? Да не... Блин, слишком много действий. Закрой дверь, закрой дверь. Прыгаем на лошадь. Так, лысый в сторону. Отойди, а то стопчу. Я сейчас лошадь припаркую там, где нужно. Я помню, где это. Чтобы она на морозе не морозилась. Все, прекрасно, прекрасно. Теперь я за нее спокоен. Так, отойди, здесь ее, наверное. И накормят, и напоят, о, нифига себе, смотри. Быкуют друг на друга. Хорошо, куда идти? Сюда, вижу. Ничего себе, посмотрите на него. Отдыхает в тепле. А это кто? Тоже считает, что-то изучает. Молодец. Боюсь, у меня сейчас нет времени на разговоры. Уверен, кто-нибудь из клинков сможет помочь тебе. Попробуй поговорить с Белизариусом или Кэролайн.
Я понял, отдыхай. Отдыхай, грейся, читай. Здорово. А вот и ты. С возвращением. Я говорил Джоффри, чтобы он не волновался. Я чувствую новости плохие. Не удалось добыть амулет, так? Ну, пока ты сидел здесь, знаешь, нет. Нет, но у меня есть мистериум Заркса. О, девять богов. Такие вещи даже в руках держать опасно. Прошу простить меня. Хорошо, что книга здесь, но тебе лучше отдать ее мне. Я знаю, как защитить себя от дьявольской силы этой книги. Такая себе я не хотел тебе отдавать, ничего себе. Может, Заркс перевести... Так, не понял. Может, Заркс привести нас к Амарану? А, это вопрос. Может, Заркс привести нас к Амарану? Я не знаю. Возможно. Я подозреваю, что в этих страницах заключен секрет того, как открыть портал в рай Камарана. Но мне понадобится время. Иметь дело с темными тайнами, даже просто читать о них, может быть очень опасно. Я должен действовать осторожно. А пока тебе нужно поговорить с Джоффри. Его очень насторожили сообщения о шпионах в Бруме. Так, подожди минутку. Врата Обливиана. Теперь мне стало совершенно ясно. Единственный способ остановить вторжение Обливиона — это зажечь драконьи огни. Так об этом говорили уже не раз. Амулет и драконьи огни. Благодаря этим божественным дарам путь в наш мир для Дейдра Обливиона был закрыт на протяжении тысяч лет. Пока горят драконьи огни, божественные барьеры сдерживают Дейдра. Они могут наносить лишь мимолетные визиты в наш мир. Но драконьи огни может зажечь только истинный наследник рода Септимов, обладающий амулетом королей. Это я. Это было сутью замысла Манкара Камарана. Только случай помог нам предотвратить поражение. Но его полная победа все еще угрожающе близка. Чтобы остановить вторжение Дагона, мы должны вернуть амулет королей и зажечь драконьи огни. Пока еще не стало слишком поздно. Дейдрическая магия, расскажи мне. Став священником, я больше не занимался темными искусствами. Но во всем этом я вижу руку судьбы. Боги могут все обратить в добро. Так набожно говорил я тем, кто приходил просить у меня совета. Возможно, я и сам когда-нибудь поверю в это. Мистериум Заркса. Эта дьявольская книга была написана самим Мирунасом Дагоном и дана им Манкару Камарану. Я полагаю, Манкар Камаран использовал ее для создания своего рая. Она должна подсказать нам способ открыть врата туда. Я продолжу ее изучение. Ну все, прекрасно. Я, кстати говоря, знаю, что мне нужно делать. Правильно? Мартин попросил меня поговорить с Джоффри о шпионах мифического рассвета, которые следят за храмом Повелителя Облаков. Минутка, карта. А, Джоффри-то здесь! Надеюсь, да, это... мне удастся за несколько дней перевести хотя бы часть мистериума Заркса. Да, конечно, удастся, молодец, красавчик. Джоффри здесь. Насчет шпионов. Поэтому, смотри, мечи, кстати говоря, круто. Я тогда сейчас разберусь со своим хламом. Вот, ну а на сегодня серия подошла к концу. Всем спасибо за просмотр, огромное спасибо за комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих мистических и красивых сериях этой прекрасной игры. Всем пока.